страшно как-то заходить. Блин. Но с другой стороны, нам терять нечего. Вот им, да? Рисканем. Давай, пошли. Банзай! Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Возвращаемся в шикарную игрушку под названием... Слайм Ранчо. Да. Еще раз огромное спасибо за большое количество советов. Мы готовы выступать. Сегодня дел у нас опять много. Будем заниматься путешествием в основном. Нам нужно будет пощупать некоторых ларга, которые мы в Индиго пропустили. Нам еще также написали, что мы пропустили где-то розового чувачка. Ну и в новой территории тоже есть кого пощупать. Вот эта территория, кстати, с вулканом тоже, говорят, до нее тяжело добраться. Но почему бы не попробовать? Да. Так, ладно. С собой хорошо бы взять, естественно, буры. Мы взяли курочек. Так, вот, чтобы откормить. У меня полные запасы. У меня... Короче, так. 50 мятного манго, 50 клубники, 50 сердца свеклы и обычных куриц. Ну, я не знаю, должно все это ухватить. Сейчас я немножечко еще продам. Также можно будет заскочить в гости к ртутным, так скажем. Слаймам, да, да. К моте на ферму. Чтобы открыть ферму, все-таки там что-то интересное новое. Так, у нас куры тут гуляют уже, поэтому... Такс, сейчас я продам. И что мы сначала двинем? Давай в лабораторию заглянем для начала. Блин, прикольно все равно мы сделали тут с этими светяшками. Там, ну, все по-новогоднему, можно сказать, по праздничному. Хотя Новый год уже прошел. Ну ладно, еще старый Новый год. Но настроение еще осталось. Так, немножко сменю, как его, наши дома. Сильно изменились? Ну, есть изменения. Вот, темненькое все стало такое. Симпотно, мне нравится. Давай, вот, пусть так и остается. В общем, пройдем мимо лаборатории, пожалуйста. Там кое-что нужно посмотреть. Я, да, бегу за вами. Нам уже нужно взять будет экстракторы, буры. Ох, ё-моё, тут столько овощей, что они разлетелись все нафиг. Так что можно будет заодно покормить, кстати. Ну, я не смогу этого сделать, потому что у меня все забито. Да, у тебя все забито? Ну да. Ну, давай потом этим займемся тогда. В общем, мы через джунгли не пойдем, точнее, через, как его, там у нас бур стоит. А ты куда ушел-то? А ты в лаборатории? Знаете что? Я, наверное... А, слушай, а что для дрона надо? Дикими. У нас вообще вот этих даже штучек нету, но все это. Ну, ты что-то другое собрал. Ты не мед, а что-то. Ну, это, знаете, другое. Если что, эти темы можно будет за кадром сделать, потому что, ну, много они занимают времени, вот в данном случае буры. Пойдем лучше попутешествуем. Да, пошли. Это все нам надо скалистого ларга найти. Ты помнишь? Скалистого? Ну, который каменный такой. А, все, это в Индиго нам нужно будет отправить. Вот нам. Слушайте, туда. Я уже не помню, был ли у нас телепорт. Давай, так скажем, пешим ходом туда дойдем, чтобы сказать, точно не потеряться. И все будет хорошо. Интересно, почему у нас задания здесь закрыты. Так, а ты куда пошел? А, можно позвонить, слушай, кому-либо. Потом позвоним. Нам посоветовали вот этому мужичку справа позвонить, они тоже нас могут пригласить, точнее он. А, ладно. Вон, кстати, еще один бур стоит у нас. Вот его можно будет сейчас Не знаю, собрал ли он что-то. Нам сказали, что нам очень повезло. Да, что-то нам интересное. Блин, Юль, у меня теперь куча этой фигни. Ну, давай нужно сдадим. Нужно все это, да, отнести, но это до лаборатории тащиться. Не ближний свет, так скажем. Слушай, давай через телепорт пройдем потом. Окей. Я помню, что где-то был у нас телепорт здесь. Так будет гораздо быстрее. Все эти штуки, естественно, пригодятся для крафта ништячков, которые нам будут помогать. Юля, а ты можешь пока проверить по прокачке, есть ли у нас что-то новое? А, ты имеешь в виду прям вот у нас сами? Ну вот, да, рядом с домом. Сейчас. Чек. Если что-либо. И нужно будет еще посмотреть. Ты нам почту же... посмотрел? Да, да, да. Вот я хочу почту посмотреть, что же за письмо нам пришло. Тоже интересно про как его проверить. Так, ну у меня пока ничего нет. То есть я саму себя не могу прокачать. Нам Кейси пишет. Ну тут, в принципе, просто про праздники что-то либо говорится. Надо было, может, поспать до утра. И... А зачем? Мы только что недавно, по сути ну, дела, как обычно, мы приходим всю ночь. Ладно, давай прогуляемся без телепортов. Просто, как скажем... Здесь, кстати, Ашечка есть. Прочитать лор немножечко. Не хотите нам рассказать? А я пока потихоньку... Здравствуй, Беатрикс. Это прям самое начало. Звать меня Гобсон Твиллер.
Твил Герс. Слайма вот исследователь и бывший владелец этого вот ранчо, которое ты теперь называешь своим. Рад знакомству. Я был хозяином ранчо столько лет, что не сосчитать, и чувствовал, что есть еще одно последнее приключение на моем пути, и я намерен совершить его. Но перед тем, как уйти, я хочу в последний раз пройтись по этой вот земле, которую я люблю. Так что смотри, не проморгай такие вот записочки, если хочешь от случая к случаю послушать истории старого болвана. До связи. Так, ну это прям реально самое при самое начало. Я немножко дальше ушел. Сейчас, Юль, я просто хочу не заблудиться. Ё-моё. Да, спасибо, что ты хочешь не заблудиться. Иди вот сюда, направо, в маленький туннель, вправо. Ага. Все, вот и все. Тут тоже что-то на H. Да и мы читали. Мы читали, ну, да, что вроде. Там опасные эти. Могут укусить тебя за то место, что-то там было сказано. Ты у нас где-то здесь, да? Я бегу, все, молодец. Да, бегу. В общем, мы пришли туда, куда хотели. Это Индиго. Нам пишут, ребята, что здесь 4, по-моему, да, персонажа. Сейчас я тебе точно скажу, сколько их здесь находится. 4 этих... Ларга? Горда. Жесть. Ларга, Горда. Ну, в общем, ну, больших, короче. Да, больших. Так что одного мы помним с тобой. Нужно перелететь будет мост. Да. Вот. И там он находится. А где уж остальные находятся, я, если честно, даже и не знаю. Но пойдем за мной, Юль, чтобы не заблудиться. Все, да, я бегу. Вот. И... Такс. Вот, один здесь. Одного мы нашли. Нашел, да? А что он любит? Свеклу. Настало мое время! Так, давай я его сначала сфоткаю, красавца. Да, сначала шинк. Красиво. Все время в темных тонах у нас. Да вот, блин. Что поделать? Какой-то ужас. Сейчас я тоже шинкаю. Давай. Красавцы, я со всех ракурсов. Давай, Юль. Все. Начинаем. Запихивайте ему. Наверное, с него ключ выпадет, но, если честно, я не помню, что у нас... О, ё-моё, ну-ка, с кадра вышел. 25 штук ему надо, на самом деле. Ну, там что его любимая еда. Так. Он не клю... Блин. Телепорт это или... Да, телепорт. И подарок. Подарок в виде монеточки. Украшение удачи. Но я возьму с собой. Слушай, давай чекнем, куда телепорт. Домой. Домой, спасибо. Это удобно. Так, а вот это что такое? Эту карту мы, по-моему, нажимали. Миш, а ты что пропустил? Кого? Вот. Ящики? А, капсул. Спасибо. Что? Да, ты здесь пишется, сколько капсул на карте. Лужайка мятной травы. Здесь у нас 16 капсул. В этой карте. Жесть. 2 ключа. А, так, это у нас, по-моему, уже активировано. Да, это хорошо. Не заблудиться бы. Ну, давай вот... Где тут? Где-то маленький... Блин, вот туда попасть наверх. Наверх? Ну, давай сначала, наверное, сюда. Так. Уходим. Ты за мной есть, сюда, да, идешь? Да, я иду. Угу. Сегодня побегаем. Да, о, здесь эти злые. Давай разберемся. Так. Слушай, я Ларга перепутал. Ларга — это у нас, которых мы делаем, да, скрещиваем. Так. Горда — это вот которых сейчас накормили. Ага. И Вар — это те, которые злые. Все. Все. Молодцы, да. Дальше, значит, идем. Где-то здесь можно будет забраться. Вот здесь, водные. Например, нет? Да, по-моему, ну, если точно я помню. Так, здесь еще одна капсула, которую мы, к сожалению, открыть вот её, не можем. Вот ее, да, мы не можем открыть. Так, здесь есть ли вход в пещеру где-то? Вот вход в пещеру, если что. Так. Но я точно... Вон злой там. Ну, я не знаю, не попаду. Не долетит, наверное. Нет, долетает, но попасть очень тяжело. Он всех жрет. Ну, ладно, жрет и жрет. Пошли в пещеру. О, ага. Я попала. Так, вот мы в новой какой-то тут территории. Здесь капсула, которую снова мы открыть не можем. Так, сейчас погодите меня. Здесь цветочки. Где-то я так, помню, Миш. Кто-то был тут. Сейчас я все это разобью. Ты направо пошел или куда? Сейчас скажу точно. Ты правильно идешь. Я рядом, так скажем. Ага. Вау. Слушай, не скажу, что это где-то здесь находится. Так, что-то началось. Здесь злобыши снизу. Давай сейчас разберем. Ну, ты разобралась, да, можно вроде сказать? Вроде бы да. Так, я иду дальше, чтобы здесь... понять, где это было. Там должен быть мост. Наверное, это, возможно, это дальше. Я помню, что мы что-то перепрыгивали, какой-то сломанный мост. Ну, в общем, ладно, иди дальше, Юлёк. Ага. За мной. Здесь аж есть еще информация.
Блин, прикольно, кстати, летающие бабахи выглядят. Курица прям в воду швырнулась. Ой, а что на меня напало? А, все нормально, все в порядке. Так, да, я здесь. Так, здесь подарочки. Воды набрать. Ага, да, кстати, хорошая мысль. Вон, а, это синяя. Пойдем по мосту прямо. Да, вот здесь нужно... А, все в порядке. Здесь нужно будет перепрыгнуть, Юль. Ага. Я даже не помню, что мы здесь были, если честно. Так что это, не знаю, посмотришь, скажешь. А, вон, кстати, какие-то тоже мосты. Не знаю, так, я тоже не помню. Радиоактивный здесь. А смотри, Миш, сюда вход какой-то есть. Вот. Давай, а ты где у нас? Вот слева от тебя. Я вижу вон капсулу. Слева от меня? Да. Я тебя не вижу. Вот, а, вот на вижу. Возвышение. Давай, покажу. Знаешь, что я небольшой спуск нашел. Можешь назад вернуться? Окей. Наверное, здесь то, что нам нужно. Ну, туда, надо куда будет сюда тоже не забыть заглянуть. Обязательно. Миш. Так, я вижу. Ага, спасибо. Давай вот сюда. Я нашел небольшой спуск какой-то. Мало ли, вдруг что-то здесь интересное есть. Да, здесь снова кристальный. Это второй получается. Свеклу, да, надо? Да, свеклу. Ой, вот, сейчас светло. А, точно. Все, дайте, фоткаем. Фоткаем. Так, уйди из кадра. Быстро. Все, выгнал. Так. Он хочет в кадр. Да, ну ладно, ладно, пусть будет. Хочешь, все, братан, давай, заходи. Так, ну что, Юль? Все, нафоткал? Ну, мне кажется, да. Так, приступаем. Кормежка. У меня тоже одна свеколка есть. С сердечком его. Надеюсь, в этот раз выпадет... Все, уже не лезет в него. Фух, ящики и опять телепорт, да? Так, куча. Ой, смотри, вот, какая с монеткой, да, курочка каменистая. Да, у меня уже, кстати, такая есть, я заберу. Ну, каменистая курица мне, в принципе, не вот что нужна. Так, это телепорт. А, это телепорт в грот, что ли? Или да, это уже индиго куда-то. Слушай, можно будет проверить, куда это ведет. Так, ого, Юль, какие-то камни выпали. Блин, это, говорит, редкая штука. И индигониум. Все, это на такие тяжелые металлы часто называют это эту хардроковую скалу Deep Purple. Блин, а нет, все, короче, в этом телепорте давай попозже. Это поход на вулкан у нас с тобой будет. Но это чуть попозже. Давай сначала мы здесь разберемся. Так, вот здесь мы все осмотрели. Надо будет еще в то место, вот куда я хотела. Блин. Попасть. Так вот я и говорю, давай сначала туда. Вот смотри, какая игрушечка тоже. Блин, здесь котик, это... типа. Сейчас, погоди, Юль. Ну, у меня просто места вот нет. Ох, ё-моё, сколько здесь. Где так. Ты еще был? Все. Куда уж я говорил, вот сюда. Вот сюда, да, да, да. Так, курочку возьму. Блин, а что я застряла? Ты где? Все, я уже здесь. Ага, все, я просто хоп, у тебя нету. Вот, над нами мост. Нужно будет сейчас туда попасть. Ого! Капец они, что они злые какие. Перед носом прям появились. Так, вот здесь пещера. Страшно. А вот, как-то вот я наверх. Не знаю, ты думаешь наверх? Пойдем потихоньку. Да, сейчас разберемся. Я обычно таким методом. Вот мы здесь, что-то мне кажется, что не были. Или были. Так, слушай. Ой, смотри, здесь а проход тоже. Ребра. А вот это вот сейчас чекну. Сейчас я карту посмотрю. Идет. У нас еще и как минимум здесь... А, это как раз знаешь что? Вот это проход, вот куда я сейчас прошла. Это вот где мы первого кормили скалистого. А я не знаю, ты сейчас... такой еще, вот бы нам типа наверх забраться. Ага, это вот как раз ага, и есть. Ага, все, понял. Хорошо. Так. Такс. Где-то опять злыдни появились. Ага, ты разберешься? В воде причем они. В воде? Им конец. Я немножко разведу. Слушай, я куда-то залез туда, куда, наверное, не надо было. Куда-то далеко убежал. Так, сейчас посмотрю. Да. Быстренько, сейчас, секундочку. Я где-то я наверху. Я что-то даже немножечко потерялась. Вон туда перелететь. Откуда нет. Мы пришли? Слушай, я в какой-то этот... В странное место зашел. А, это на выход. Я на выход уже. Но я сейчас вернусь. Потому что нам здесь делать нечего. Хотя, вот здесь... Что у нас? Прямо в воду спуск. А вот здесь, наверное, пропуск в этот, в новую территорию. Да, с дверью огромной. Все. Это нам удобно будет, чтобы потом продолжить путешествие сразу же. А я возвращаюсь к тебе тем временем. Так, давай. Чтобы нам не заблудиться. Да уж, потому что я уже что-то... Не переживай, не переживай, я возвращаюсь.
Вот, здесь такая территория немножко, это, как сказать, своеобразная, очень много... О, капсула, блин, нам ребята объяснили, что нужно побольше крафтить. Так, здесь телепорт в хату. Если больше крафтишь, то быстрее появится, как его, возможность открытия капсул, ага, приспособления. Окей. О, вижу этих злых. Да, они воду сами сигают. Так, Юля, осталось тебя обнаружить. Да, я рядом. Короче, так. Где-то здесь... Ты вот сюда ходил или мы отсюда и пришли? Куда? Да, я отсюда сейчас... Нет, мы не отсюда пришли, но я туда ходил, это на выход. Это на выход в новую территорию. Сюда ты тоже прошла, да. Ты оказалась сверху. Да. Значит, нам не сюда. Последнее место, куда мы должны прийти, я, кажется, подозреваю. Сейчас, одну секунду. Следуй... Мне за тобой идти? Да, следуй за мной. Все-таки нам сюда. Так. Но это не точно, если что. О, как он вылетел. У меня же столько этих украшений на удачу. И что, типа вниз спускаться? Да, спускаемся вниз. Здесь тоже капсула, которую, к сожалению, мы открыть не можем. Да, мы сейчас в другую пещеру пойдем. Нам... Вот не в эту пещеру, а дальше. Вот сюда. Так. Пойдемте как за мной. Как все загадочно. Да, тут без карты не разобраться. Здесь куча этих злых. Разбираемся с ними. Ой, блин, украшениями решил разобраться. Все. Так, разносим. Все, готово. Так, хорошо. Идем, идем. А куда идти-то? За наверх? Мной. Да, можно сказать, да. Так. О, вот этих курочки нет, у меня не влезет. О, еще один проснулся. Слизень. Слизень, да. Такс, в общем, нам нужно будет сейчас, знаешь, на самом деле на ту сторону перелететь. Так. Да. И давай попробуем вот в эту пещеру войти. Я надеюсь, я прав. Я была здесь. Да, мы здесь были. Сейчас, дайте я соберусь и постараюсь найти. В общем, оказывается, нашли того, кого я искал, и мы уже его накормили, кристального, в пещере. Просто я почему-то подумал, что еще... Ну, точнее, скалистого. Ой, скалистого, извиняюсь. В общем, нам нужно вот в этот телепорт теперь и забраться на вулкан. Воу. Здесь по комментариям, ребят, вы написали, что здесь еще есть и этот, так скажем, радиоактивный, так что ли его назвать. А ты куда ушел? Я просто в бок отошел, я здесь. Нам вот сюда в пещеру? Ну, я думаю, что да. Мы здесь с тобой не были, и место такое, я скажу, запоминающееся. Ну да, о-о, выглядит классно. Так, я сейчас долечу до вот этих штучек. Так, все отличненько. Здесь сразу же дальше идет выход. Тут, слушай, на самом деле не заблудиться бы. Но давай вот сюда. Вот сюда здесь кристальные ходят. Так, сейчас здесь... Я тоже осматриваю территорию. Да, осматриваю, я просто не знаю, где он может быть спрятан. Но тут наверх что-то есть еще. А здесь тупик, типа, да? Да, ничего тут нет. Нам сказали, что здесь будет непросто. А, вот смотри, здесь завитушка. Вот так, сюда. Да, я вижу. Здесь ящички. Ну, ящички, в принципе, по 20, по 10 даже дают. Я не ой, вижу. Здесь капсула. Капсула, которую мы открыть не можем. Вон он. Я здесь. Отлично. Отлично. Ого. Он красавчик. Вот его надо фотографировать. Да, его надо фоткать, но только он... А что он ест? Он ест, как у... Сейчас скажу, даю на фотку и сообщу. Так, кристальный у нас употребляет... Овощи. Чудной лук, а у нас его с собой даже и нету. Либо овощи. Ну, знаешь, сколько овощами кормить? У нас с собой столько нет. Это нам нужно дальше идти. Блин. Ну, слушай, знаешь, какой план действий? Я предлагаю... Ну, мы запомнили, где это, мы это знаем, где это. Давай выйдем в новую территорию, зеленую. Так. Вот, покормим там... Просто у меня там... пустые, как-то сказать. Ну, типа, я ничего не могу. Хорошо. Мы сейчас покормим еще одного, как его, вот этого крупного в новой территории. Ага. Вот, придем домой, ну, принесем, как сдадим, сказать, да, все, что у нас что... есть. И возьмем лук. Да. Кстати, здесь есть немножко его. Тогда прошу выдвинуться за мной, скорее всего. Точнее, и... вроде... Здесь мы где-то перелетали, сейчас прыгаем здесь, проходим
Ну, можно здесь обойти, кстати. Не обязательно через пещеру. Кстати, да-да-да-да-да, тут тоже можно пройти. Вот, ага. Телепорт у нас. Это мы вернемся обратно. Здесь, кстати, есть надпись какая-то. Ага, давай почитаем. Так, да, здесь очень кратко. Именно здесь я понял, что мне снова пора в путь. Целый день я был в поисках, стараясь добраться до этого острова. И хотя остаток ночи я провел, прогуливаясь вдоль берега в мягком сиянии этих жар-цветов, я ловил себя на том, что смотрю на звезды снова и снова. И вот опять я посмотрел на звезды. Заходи в телепорт. Портал? Да. Нам, кстати, советовали с собой, конечно, портал взять. Ну ладно. Ну, я не уверен, что у нас есть ресурс на это. Да. Так, прошу внимательно теперь пройти за мной. Здесь будет непростой путь. А ты где? Сейчас нам... Вот ты как-то пошла, по-моему, правильно, Юль. Да? Здесь должны быть... Давай вот сюда. Так, стой, это что у нас? О, я соберу вот этих на удачу. Так, нам сюда. Так. Только аккуратно. Можно умереть. Через мостик. Ага. Так. Ага. У нас где-то будет здесь узкая территория. Главное мне не заблудиться и не войти в телепорт, который домой ведет. Кстати, здесь тоже какая-то пещера. А я, по-моему, здесь проходила. Угу. Я сейчас просто одним глазком чекну. Ой, Юль. Не точно. Юль, он здесь. Он здесь? Да. Вот это кислотный. Вау, ну все, точно, фоткай. Фоткаю, но только я сейчас это рискую своей жизнью. А всё. Если... Стой, смотри, интересно, уменьшается? Нифига, нифига. Нифига. А чё он любит? Лук? Так, стоп. Сейчас нет, скажу. Он не лук. Он любит око-око. Ну это, короче, нужно будет домой идти. А помимо этого он чё жует? А овощи тоже. Так, хорошо. Возвращаемся назад. Мы запомнили, да? У нас еще здесь, получается, надеюсь. Два. Я запомнил. Моя память в плане карты неплохо работает. Так, тихо лежать. Ну, это я уже открывать не буду. Так. Выдвигаемся вот сюда. Так, сейчас. Стой. Куда? Ага. Вот сюда, наверное, давай запрыгнем. Сейчас. А ну, лежать. Так, сейчас. Ага. Вот за мной перепрыгиваем на эту сторону. Так. Ай-яй-яй-яй. Вот сюда. Вот, кстати, еще игрушечка была тут. Или... А, да, на удачу, давай. У меня просто как раз они влазят. Вот сюда? Да, здесь будет узкий проход, поэтому просьба поаккуратнее. Здесь даже вон котики. Здесь, кстати, телепорт домой. Тут вон еще один. В принципе, можем вернуться. Игрушка. Если хочешь. Ну, давай, да, вернемся. Либо домой. Накормим просто. Ну, давай, ладно, вернемся. Так. Да, это одноразовый телепорт. Да. Так, Точнее, он не то, что одноразовый, он в одну сторону. Да. Так, давай тогда выкидывай все, что тебе не требуется. Сейчас, да, я покормлю наших вот этих чушков. Я пока что расставлю все эти украшения. Так, сейчас. Знаете, покушайте немножечко, товарищи так, дорогие. Давай, накорми. Так, сейчас еще вот надо... Ну, сейчас еще подправлю, я немножко украшениями займусь сейчас. Давай. Да что ж ты будешь делать? Никак не могу эту красиво поставить ровно так же, как и ту. Так, а эту давай... Короче, я этим буду долго заниматься, поэтому пусть будет... Да куда ж ты? Фу, все, пусть будет так, иначе я с ума сойду. Ну и тут вот пусть на удачу. Так, блин, что-то лимоны-то не особо растут, я тебе могу сказать. А там, может быть, улучшить можно? Прикинь, только я это сказала, и они просто вывалились. Огромный кучей. А может из-за того, что я как хост подошел, и они заспаунились? Может быть. Так, давайте я скину еще 5 штук вот тут. На тебе, ешьте. Да, все нормально. Сейчас я тоже возьму, тоже им кину. Так, в лабораторию пойду загляну. Так, в общем, не забывай, нам око-око и лук. Да. А еще у нас... Для кристального учета. А, у него как раз он лук любит, да. Юль, у них моркови тут. Жесть. Пусть жуют. Ну, хоть это и не их любимая еда, но... Ну, да. Так, ладно. Не забудь выложить эти суперресурсы в лабораторию, пожалуйста. Так, в лабораторию. Да.
Так. То есть прям закинуть в эту большую штуку. Конечно, конечно. Вот. А, вот он всего лишь, розовый телепорт. Давайте возьмем. То есть он у меня уже с собой будет, да? Так. Розовый телепорт. Ну-ка. Миша, а ты с собой взял лук и опу или нет? Что говоришь, я пока с собой ничего не взял, если что, сразу скажу. Так, вот, все понятно, стоит 750. Угу, пока что не можем телепорт мы с собой взять, к сожалению, чтобы быстрее перемещаться. Так, давай, может, я возьму око? Давай. Я думаю, 50 хватит. Я этих сейчас накормлю. Блин, у них так полно еды, если честно. Я взяла с собой 39 чудного лука. Я думаю, это должно хорошо, хватить. Хорошо. Сейчас я вот этих еще накормлю. А то они вообще тут что-то голодные ребята. Все. Так, Миш, вот в этот большой центральный агрегатус, да, я закидываю? Да, 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 не бойся прям. Не стесняйся. Готово. Все, ок. Око у меня, можно сказать, 50 штучек. Ага. Фух, что ж, можно выдвигаться. Сначала, значит, смотри, око есть. Далее, у тебя лук есть, да? Да. А для кристальных у нас чудной лук есть. Так, око, да. Око есть. А кто же еще там так был-то? А только два. Ай, лавленый. У меня тернистая курица с собой. А, лавленый? Да-да-да. Так что у нас три. Жесть, с собой. То есть у нас вообще. Поэтому я немножко гляну, есть ли у меня тут еще вот эта курица. У меня место есть для... Сейчас, я курочек вот именно этих. Надо тернистых таких, да. Пятнышко серое, да? А, коричневые они такие. А, серые коричневые. Это каменистые. Каменистые. А, все, и простую курицу я наберу. У меня 24 простой курицы. Ну, я думаю, хватит. Что, выдвинемся тогда? Конечно. Можно будет, наверное, сократить каким-то образом. У нас должны быть. Ой, вон, смотри, что-то письмо от Кейси. Да? Пляжный мяч, игрушки. Да, 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 эти можно игрушки приобрести все. Так, ну, давай-ка, может быть, с помощью телепортика все-таки немного сократим себе путь. Я только единственное, если честно, не помню, где толковый именно телепорт. Но давай вот сюда отправимся. Блин, это вообще не та тема, наверное. Не туда? Давай здесь, давай. Пофигу. Заходи за мной. Здесь тоже нам сказали, что можно где-то пропрыгнуть дальше по мосту. Но я как-то потом этим займемся, если что. Так что продвигайся за мной. Мы пройдем. Вон там должно быть. Хотя, слушайте, и тут ничего так не это нужно. В джунгли мы пойдем. Да-да-да, через джунгли мы выйдем на новую территорию. Вот, там лавленый, но мы лучше выкрутимся, выйдем в Индиго. Но я надеюсь, я правильно соображаю. Но пока бур трогать не будем. Здесь у нас еще бур. Окей. Он работает, он уже готов. Блин, так. Сейчас, Миш, только ты меня жди. Я жду. Ничего себе бомбануло. Ты спустилась? А, да, вот все. Все, пойдем за мной. Здесь будет дверь. Вот та, которую мы открывали. Угу. Вот там сюда. Так. О, еще курочка, на всякий случай. Вот, мы прошли в эту территорию. А, но все. Нам на самом деле, я надеюсь, здесь можно так выйти. Пойдем. Так. Да, здесь можно таким образом выйти. Пошли. К счастью, карта есть, ориентироваться получается. Все, мы обратно вернулись в Индиго. Где-то у нас получается вблизи. В одной из пещер. Мы вот где-то здесь. Ну-ка, пойдем. Нет, стоп, погоди, за мной пока не спускайся, ладно? Окей. Так, это не сюда, я помню, что это не сюда. Все, идем дальше. Так, налево, да. Вон, кстати, там тоже, если что, капсула. Да-да-да, но мы ее открыть не сможем, к сожалению. Вон это наверх можно запрыгнуть. Хардовая. Так, вот еще. Слушай, погоди, ага. Вот, все правильно. Идем, только нам вот сюда. Ага. Только нам вот сюда. У нас, кстати, посветлело. И вот, мы вернулись, в принципе, туда, куда должны были. Здесь где-то злодеи. Спуск. Так, да, надо убрать эти все. Ну, я вот начинаю сражение. Здесь водичка. Так, где-то вот здесь был... Вот здесь. Блин, а где этот спуск-то? Что-то я вот... Приуныл, так сказать. Блин!
Что такое? Я в воду упал. И все? Ну, сейчас вытянусь. Ауч. Так. Не просто вспомнить. Так, ну ладно, отдельном острове-то у нас этот был. Ладно, сейчас найдем, короче. Все, я нашел, где это находится. Блин, только опять где-то здесь эти. Вон они. Ага, давай, уничтожаем. Вот нам в эту пещеру, так, по-моему. Блин, в эту, это слушай, в какую? Нет, вот только что дошел и... И потерял. И потерял. Упс, ща поищу снова. Оказывается, просто заблудился я. Здесь нужно не в ту сторону было пройти, вот здесь выход, а вот сюда. А, точно, точно, точно. Так, в общем, этого персонажа мы кормим око-окой. Ну, я его уже сфоткал, так что да, просто давай, кормлю. Да, давай, давай, корми. Сейчас проверим, наверное, 25 штук надо опять. Сейчас проверим. Ой, заряжает радиацией. Да, все. Ё-моё, бабахнуло. Ключ! Ура! Так, я сейчас это, не умереть бы, капсула. Мы ее открыть не можем. Так, надо немножко угуманить. То я боюсь... Я понимаю, что они... Слушай, я с собой возьму их. Нормально. Так, ок-ок-то, в принципе, тоже мне не нужна. Кстати, если ключ что, один светить. Был здесь. Ой, Миша, здесь два прохода. Куда нам? Два прохода? Да. Да, прикольно. Слушай, какой-то к воде проход. Давай вот сюда посмотрим, что здесь. Ну, здесь, если честно... Надо быть аккуратными. Ничего особенного не вижу. Юль, стой, ты куда? Чуть на курицу встала, курицу топила. Ну, простите. Ладно, пойдем теперь на вулкан, правильно, я так понимаю, да? Нам. Так что не отстаем. Так. Сегодня прямо вообще исходим. Да, ого. Уж ножки болеть будут потом. Это точно. Вот, нам, в общем-то, куда? Нам нужно на телепорт. А телепорт у нас находится... В общем, сейчас мы там появимся. Мы у телепорта. Пойдемте. Ну, в общем, тут просто по газикам дать и забраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько так, у вас тут. Аккуратнее, они опасные, да. Я практически... Ты куда, в пещеру прошел? Да, да, через пещеру сквозь выходишь, потом по спирали. Давай, вот сюда забирайся. Ага, все, вижу. Перепрыгиваешь на ту сторону, и, так, в принципе-то, мы на месте, как бы. Фух. Так. Тут, кстати, мы... Это вот давай лучком. Да. А ну-ка. А ну, отойдите. Все, начинаю. Давай. Сейчас его накормишь. На этом острове они закончатся, получается. Все. О, его распирает уже. Что-то, Миш, смотри, во-первых, ключ. Ключ и дырка. И дырка, да. Это та же пещера, где просто шорткат. А, прикольно. В принципе, можно туда и спуститься. Тут делать, по-моему, нечего больше. Сейчас надо осмотреть. Да, это та же самая пещера. Так что не что, переживай. Вниз? Конечно. Мы можем отсюда уже уходить, на самом деле. Сейчас. Так что двигай за мной. Здесь, конечно, много всякого интересного, но локация выглядит круто, вот это. Такая, типа, тепленькая. Я наверх куда-то залезла. Я вижу, но мне кажется, там ничего нет. Я вижу, вон телепорт, это вот куда, интересно? Это туда, сидит, куда нам сейчас и надо. Так что прыгай. Здравствуйте. Здравствуйте. Видал, как я? Молодец. Быстро. Теперь нам нужно будет дойти до новой локации. А чтобы до новой локации дойти, нужно следовать за мной. Так, слушай, сейчас я вспомню, можно ли тут... Да, можно, коротким путем, пойдем. Так, у нас два ключа с тобой, если это что. Хорошо, я, правда, не помню, куда их можно еще применить, но, видимо, пригодятся. Нас, тем более, еще ждет огромная территория. По-моему, стеклянная, или как она там, пустыня называется. Ага. Идешь? Да, иду. Не отстаешь? Нет. Нам направо, через ребра. Блин, как хорошо, когда кто-то ориентируется. Ну, с помощью карты, да, тут, в принципе, никаких сложностей, не знаю, как правильно, нет. А, как сказать-то? У меня всегда есть. Ну, ничего. Я человек, который прошел Морвинд, нормальность ощущаю в плане карт. Так, и вот я заблудился, кстати, только что наговорился. А, вот, все, нужно было чуть-чуть пройти вперед. Так, идем. Все, я бегу. И возвращаемся обратно. Может, началось. Либо вниз куда-то надо, либо что. Блин, только сказал и заблудился. Сейчас, секунду.
Да, я назад ничего не пришел. Идем за мной. Так, а ты куда пошел? Ну, вот тут наверх. Да-да-да, правильно. Мы реально чай назад завернули, я был прав. Ой, нет, не прав. Идем. Все. Да-да-да, не туда, не туда. Идем, все правильно, все правильно, все правильно. Идешь, да? Да. Ничего не заблудился, все правильно мы пошли. И что-то я сто раз надо перепроверять. Зря сомневался в себе. В общем, в эту сейчас, пещеру. Погоди. Ой, блин, что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, мы в новой территории. Нам пора в ворота заходить, в эти огромные... А, Мишка, погоди, я еще не в новой территории. Давай-давай, шевели булками. Нам потому что и в этой территории вглубь так, нужно куда зайти. Так, куда идти? Вон вижу. Давай-давай-давай, в главную дверь. Все, пошла. Все. Мы пришли. Так, активируем. Активируем. Проходим. Так, здесь тоже здесь, вот этот. Здесь, да, давай. А, проход открылся. Ага. Давай прям бегом. Нам здесь больше особо так исследовать, ну, жестко не нужно. Мы, по-моему, эту тему читали. Это читали, да. Ой, блин, выпрыгнул. Чё я выпрыгнул, интересно? Ну, вот надо от них избавиться все-таки. Ну боль да, это вообще просто целая пещера, на самом деле. Блин, знаешь, что надо было с собой? Чего? Ну, ладно, это слишком жестко. Взять этих плартов, чтобы открыть порт в этот-то, в новое место. А-а-а. Но это а можно мне кажется, будет потом. Можно их найти будет. А у нас лимона с собой нет. Пособирать, может, паузу. Ну, может быть. Так, ты следуешь за мной? Сейчас, погоди. Ничего себе, тут музло. Ну, тут есть лимон. Блин, клубник выкинь. Да-да, зачем она тебе нужна? Блин, эти злые дни. Во. Сейчас. Так, ладно, здесь еще эти духи, свет. Ну, я не буду это все брать. Да сколько ж вас тут? А, так, а ты далеко учесал-то? А ты следуй за мной. Блин, так погоди, я же добываю нам лимон. Да я думаю, сейчас все, я этих уничтожил. Так, а куда идти вот теперь мне? Так, сейчас тебе скажу. Налево. Тут правильно? Сейчас, погоди, я тебе подскажу. Так, ты где у нас? А, вот дорога. Все, нормально, да? Пойдем вот в эту дверь. Так. Нам сюда. И прямо. Сейчас наверх вырвемся. Здесь как раз эти есть, вон. Ну, кого можно покормить. Даже остались от наших тут дел эти духи. Ну, свет, короче. Ага. Карту я здесь как раз активировал. Так. Вот. И нам где-то нужно будет вот в эту сторону допрыгнуть. Вот. Если что... Вот, смотри. Можно его покормить, во-первых. Да. Вот еще его покормить можно. Жесть. Вот так что корми. И у тебя есть место для этих плартов-то? Так. Я ОКОК могу выкинуть. Сейчас я ОКОК выкину, она же не нужна. Вот он съест. Сейчас, да, у меня есть теперь, Миш. У меня тоже есть. А что-то он ничего не дал. Давай, два, потому что любимая еда сейчас даст. Все, два. Еще лимона больше нет, да, пока что? Нет, у меня один был. Ну я вот сколько успела. Миш, иди сюда, вот здесь есть коробки. А, бывает, да, лимон? Так, да. Куры я возьму. Так, вот так, лимоном ладно. Пока не пахнет. Ну будем искать. Короче, нам наверх вот туда нужно, только сначала нужно нажать кнопку. Ты где-то... А, вот, стоп, я нашел его. Я его нашел. Так. Давай, короче, ты тут? Да. Вот сюда, только аккуратненько. Ударили меня. Так, и, блин, мы в заднице, так скажем, оказались. Сейчас нужно будет перепрыгнуть. И вот здесь зайти. Ага. Вот здесь мы перепрыгнем аккуратно. И вот он. Слушай, мы сегодня, я не знаю, сколько мы штук-то поймали. Это прям рекорд. О, я здесь. Вот он точно. Сейчас начирикаю. Как красавца. Обычно. Готовы? Да. Кормежки. Максимальное сейчас. Количество. Скриншота. Все, я его любимой едой кормлю. Сейчас. Так, бабахнет. Бабахнет уже? Нет, сейчас. Раз, скоро. Два. Не хватило, сейчас простой курицы, все. Ох, ё! Ключ! Жесть. Три ключа. Три? А, это у нас всего сейчас три. Нет, да, как бы.
Лимона не выпадает. А, лимон один. И здесь, я нашел один лимон. Проход. Ауч. Открылся. Ну, как бы... Как тебе сказать проход? Мы только что отсюда пришли, если что. Но стало удобней, я согласен. Юля, у меня еще один лимон. Так, надо за... вот здесь скорми кому-нибудь. Так, только... Да... Все, у меня два. Два? Итого у нас четыре, да? Так. Ну, получается, что да. Так, курица мне, в принципе-то, не нужна. Блин, здесь злодеи. Нет, воды-то вообще нет практически. Жесть. Все, у меня воды нету. Я, может быть, здесь смогу вот взять? Здесь. О, стоп! Взяла, да, да. Его? Угу. Все, набрал воды. Итого у нас, в принципе, сколько? Так. Пять штук. Так, ага. Да, должно... Слушай, а там сколько? Я вот не помню. Блин. А вот еще один. Вот, стоп. Три... Так, понял. Здесь нету, да. Итого у нас 6. Ну, слушай, мне кажется, что... Должно хватить. Наверное, хватит. Куда так, нам нажму идти кнопку. Тогда? Ща. Тут наверх еще какой-то проход. А, мы закрыли. Обойдем. Это чтобы открыть дверь сверху. Ага, чтобы не париться, не думалось. Только прошу аккуратнее. Каждый плорт тут ценен для конечно, нас. Конечно, конечно. Все, идем потихонечку. Да. Так, мы наверху. Да. Нам нужно будет сейчас одну секунду назад развернуться и вот туда запрыгнуть. Ой. Ты помнишь, да? Да. Тут не страшно. Надо только подождать будет. Угу. Так, ну вроде ничего интересного. Все, я отправляюсь. Практически на месте. Все, я там. Так, здесь понятно. Декор не нужен. Лечу. Давай, все, давай, я здесь. Давай. Ой, это что у нас? Нет, просто слизь. Здесь тоже что-то прочитать. Слушай, они ведь, может, что угодно едят? Их, может, они просто фрукты, а-а-а, например? Ну, с этих просто двое. Фрукты? Давай ну, клубничкой накормим. Сейчас я клубник накормлю, чтобы нам точно хватило. Так, сейчас вот я остальных... Так, кушай. Блин. Поймал, все, четыре, да? Да. Сейчас еще найдем. Где-то здесь явно они есть, кванты. Должны быть. А это что такое? Где, что? Какой-то свет. Не знаю. Никакого света не вижу. Так. Вон снизу их полно. Мы здесь, кстати, не спускались сюда. Ты прям по водичке бегаешь? Ну, практически. Ну, тут в центре, если что, имею в виду. Аккуратнее, а то я не знаю, куда там собралась спускаться. Я не буду спускаться. Не будешь? Да. Ладно. Подожди. Так, лимон нашел. Но мне некуда его пихать. Так, возьмите. Так, что-то звуки нехорошие. Блин, понял. Так а здесь вода, они должны будут. Так. Лопнуть. Блин, они сейчас сожрут всех, кто мне нужен. Идите нафиг. Клубничку, прошу, съешьте. Сейчас. Того у нас уже 5. Так. Где-то лимон был. Я его вот возьму. И что? Все, сейчас вот этого покормлю. Давай, не стесняйся. Тебя надо будет отсюда выпустить. А, стой, не-не-не, тебе зачем кормить? Мне нужно мелкого. Блин, отдай. Где? Лимон, блин, зажали. Дайте, надо, короче, одного мелкого взять чисто. Ага. Все. Вон все. Там коробки были. Блин, да слайм-то мне зачем? Если а, все что. Засосал, все хорошо. Да. Все пока в порядке. Так, тебе, чтобы выйти, наверное, вон там надо открыть. Да, тут есть рычаг, ага. Если что. Все, сейчас все коробки разнесем. Наверх, наверное, надо, да? Вот, два лимона еще. Так, цыпленок не нужен. Сейчас, Юль, последние, ну, как сказать, окей, перестраховка. Окей. Вот, давай, вот ты кушай. Так, главное, чтобы кот не съел. Все, у меня 9, если что. Класс. Так, это сытый, наверное. Последний лимон сейчас дам кому-нибудь. Все. Итого 11. Ну, у тебя еще сколько-то, да, точнее? У меня 3 штуки. О, ну все. Я прохожу, если что. Так, нам, наверное, наверх, да, надо? Ну, блин, а тут, кстати, мне наверх нужно будет самому. Вот.
куча еще лимонов. Ну, сейчас с собой еще возьму лимон, мало ли как пригодится. Ты можешь открыть какую-нибудь вот здесь. Вот тут а, вижу... Миш, стой. Вот здесь. Пройдешь сейчас? Ой, ты меня тут открыл, тут какие-то еще ящики появились. Сейчас, секунду. Давай еще раз нажми. А, да нет. Я наверх заберусь, короче. Каким-нибудь путем. Блин, сейчас у меня топливо появится. Одну секундочку. Заполнюсь газом. Вот у тебя вот здесь, Миш, вот посмотри налево. Так. Вот где я. Тебе вот сюда что-то забраться. Да, но я пока... Вон, вижу лестницу. Все просто. Сейчас буду. Все, я забрался. Я на том же уровне, где и ты. Так, только да, надо было кнопку, наверное, нажать. А, или нет, слушай, не надо. Здесь можно пройти? Да. Ну, значит, нам сюда. Да, нам вот сюда. Здесь вот как бы домой возврат, но мы сейчас хотя бы, может, одним глазком глянем. Интересно. Ну, просто, да, интересно, что там. Все, мы в зале. В главном зале в этом. Дай хоть я тоже я тебя жду. Приму участие, так да, сказать. Да, закладывай свои. А, слушай, тут вообще надо было буквально чуть-чуть. Ну... Только садись на всякий случай с телепорта, давай. Вау. О, что-то заряжает. Я надеюсь, возврат домой возможен? Хороший вопрос. Блин, давай лучше это, я не знаю, страшно как-то заходить. Блин, но с другой стороны, нам терять нечего. Вот им, да, рисканем. Давай, пошли. Бонзай! Вау. Вау. Ничего это себе. Это тут как раз та да, территушка. Мы на той стороне. Да, телепорт работает в обе блин, стороны. Класс. И музычка какая. Продолжает удивлять. И рисочный телепорт. Воу. Воу, слушай, это как будто другая планета. Жесть. Ой, офигеть. Я вижу как будто то ли большого какого-то. Я вижу какой-то кристалл. Я вижу сверху что-то. Слушай, здесь кто? Что-то, что это что-то такое? Есть. Так, лимончики, погодите. Ай, это нет. Что такое? Что за луковка? Так, сейчас. Здесь такой же петухан. Я жду, пока у меня кактус восстановится, и у меня такое ощущение, что я что-то увидела. Ого, Юль, такая карта огромная здесь, в плане масштабов. Вот именно с тобой, если сравнивать, такая мелкая тут. Я нашел дервиш слайм какой-то. О, новенький. Весь день вертится кругами и всю ночь спиральками. Окей. Окей, let's go. Так, хорошо. Так, ну почти же. Жесть, здесь огромный. Как блин, сюда территория забраться? Через чур. Нет, а, ну конечно, вон ты где, Юля. Хочешь туда наверх да, забраться? Да, там что-то я видела. Урагана, прикинь, здесь на карте. Вот это да. Так, сейчас я жду. Тоже хочу туда взобраться, посмотреть, что там находится. Да, блин, а что там как такого видел? Как будто меня не пускает. Ну там что-то есть, я что-то там видела. Можно было сразу же сюда. Да, почему? Ну не знаю, я сразу же запрыгну. Такс. А куда ты запрыгнул? Я а, здесь с тобой. Здесь. Сверху, прямо вот сверху. Нам надо вижу, такой... да, здесь этот... Огромный, смотри, спиральный. Есть, да, здесь вот такой. И сверху, Миш, на самом деле, это не то, о чем я даже думала. То есть надо запомнить, что вот он здесь есть. Ну, мы карту. Я вон вижу, там закрытая территория. Нам надо, знаешь, куда? Вот прям наверх. Я здесь. Просто пробел зажми подольше. Во. Забралась. Смотри. Ананасик. Это что такое? Я не знаю, я видел просто эту кубок, территушку. Как, а как ты ее увидела? Ну, увидела. Да, интересно. Ну, я залезла наверх и просто смотрю, что-то интересное. Ну, слушай, я не знаю, что здесь. Такое ощущение, что, может, сюда что-то можно вставить или как-то чем-то да, наполнить. А стой, а если воды сюда? Так, вернись. Куда он делся? Куда он делся? Ой, маленький. Вот, все. Да и нафиг мне морковь ваша. Он, кстати, поел. Так. Юля, а у тебя есть место? А, да. Возьми, пожалуйста, один этот, как его? Кристальчик? Да, его нельзя вставить сюда. Не знаю. Воды тоже, да, им без толку. Нет, слушай, а нельзя. Сверху проход, что интересно. Ладно. Что-то здесь явно крутое будет. Мне кажется, что пора сделать паузу. Да. Потому что снова практически час мы наиграли.
территорию будем исследовать, какие-то советы ждем. Всего интересного. Да, на этом мы закончим. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.